моих не забрали одноклассника? Сани, Шрайнера, Михонина? Нет, Михонина, ни Шрайнера не забрали. Да. Антона Андреенко еще взяли, но его сейчас вернут в Казань. А, ну а куда они хотя бы поехали? В Алейскую тоже часть или нет? Ничего, они в Омске все. Их в Омске собирают, там много-много их уже. Где? Там аж размещать некуда, они в палатках все ночуют, их там размещают и все делают. У нас здесь половину, ну не половину, а там человек 7 уже отказников приехали. Первые 2 минуты сидели, уходить начали. Куда теперь уходить? Теперь уже призыв их уже кто отпустит, иначе по статье уже пойдут. У нас, блядь, артиллерия просто охуительная. Я вот сколько ехал, всю дорогу, все про свою артиллерию рассказывали. Тут такое не получится, как в фильме, вызываю огонь на себя. Они один промажут, ну, наши, они часто стреляют, прям очень-очень часто, много. Только наши? Не знаю, ну, только они, не знаю, попадают, нет, а укропы, они редко стреляют. Но если они стреляют, они точно попадают. Понятно. Что, наши тупорылые, что ли? Наши что, такие тупорылые, что ли? Наверное, не знаю. Ну, их артиллерия ложит четко. Они прям попросту не стреляют, просто так. Они подъехали, уебали, нахуй попали и сидели. Некоторые наши, нервы сдают, начинают ебать с привидениями стреляться. Там никого нету, он ярит с автомата туда. Потом всю роту поднимает из-за этого. Все в окопах сидят полночи потом. Думают, что атака,